Всем хай, с вами вновь Евген, и сейчас многие могут спросить, как это так, если это второй этаж. Ответ очень прост. Просто за Кайной есть кое-какая интересная ломка. В игре существует такой айтем под названием Роза Эдена. Она, опа, чуть было. Она, короче, вам в следующем забеге всегда дает рандомный айтем. Вот. Берете за Кайна и крафти где-то, ну, примерно 5 штук. Я что-то как-то растерялся и не понял, сколько я скрафтил, поэтому я скрафтил много. Вот, и после этого все очень изично. Что у нас тут, джойстик? Вот, если кто-то понял, вчера я стримил. Там у меня ничего не получалось, я психанул и вообще удалил стрим. И в итоге я узнал про эту ломку и решил попытаться это сделать. Ну, вроде получилось. Осталось лишь только себе забег не заруинить чем-то. Секретка, в ней у нас бомбы. Ну, зачем мне? А, ну, рейншот спидал неплохо. Проблема вся в том, то что я купил арт, который убивает всех врагов первее, чем я захожу в комнату. Элкиш. Вот это вот немного неприятненько. Так, чё ты мне... Да. Обидно очень, очень. Есть что это за бег на зверя сейчас у нас. Еще у меня интересный арт активно, он, короче, вам каждый раз, как вы его... О, улыбка. Каждый раз, как вы его юзаете, он вам дает рандомный арт в комнату. Только лишь обычно активно он дать не может, потому что он сам активка. То есть он мне дал так 99 бомб вообще. Че такое? Это догма? Ход догма. Да, это был догма. Ха, интересно. А я денег не нафармил, мне деньги нужны. И арты так-то тоже нормальные нужны. А можно мне доллар выдаст, и вообще тогда охрененно будет. Мне больше ничего от этой игры не понадобится. Здравствуйте, а вы хрень, смотрю, продаете. Абадон! У, какая большая фигня, все сдохли, даже ко мне не подойдя. Грустно. О, это можешь взять. Если что, я недавно на стриме как раз таки на том заработал 1000000%. Тем, то что заполнил автомат по максимуму, вот этот вот донат. В итоге, какая история? Я думаю, то что типа еще если всадолить монетку, то что-то типа произойдет. Произошло как в гридере. Автомат бабахнул. Ле. Опа. Говно! Так, вот теперь мне это все ломать. Весело будет. О! Денег будет немерено. Вообще прям охрененно сейчас. Не, вот этот King Baby, он меня бесит. Такой бесполезный хрен. То есть он типа увеличивает тирзу там немножко вашим спутникам, но черт. Это бесит, что он их куда-то в жопу отводит. И те хрен пойми как, но надо стрелять ими. Так много. А, точно ведь. Он за месяц сердец мух получает. Я забыл. А, да у меня уже 99 монет, точно. Пойду автомат в сандулю. Как-никак мой банк должен процветать. Ладно. Так, куплю. Скуплю весь магазин, как обычно. I found pills. Пуду Эдмунд считает то, что у кипера и так самоуродская рожа и вообще не изменяет ее. Так, что у нас тут? Ну тут у нас все помирают, все как обычно. Не все, кстати, оказываются уже. Тай баба. Святая баба, да. Святая вода что-то взорвалась сейчас. Святая бабах, во.
получился. Серьезно сейчас. Так, ну тут я это беру, потому что вторая вещь говно. О, о, это ж надо. О, 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 луна. О, 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 здравствуйте. А может мне айтем нормальный, а не хп ап какой-то дешевый. О, вот это вот, вот это вот хорошо. Вот прям зашибись. Ай, ой, какая хорошая фигня тут у нас. Нет, то есть реально вещь-то хорошая, но не знаю, почему я ее фигней назвал. Да что? О! Ну, война, держись. 48 часов энергии выпало. Так, что у нас тут? Бомжатник, понимаю. Почему мне игра виснет? Вроде она никогда не висла даже на стримах. Максимум, если я только имбу соберу, она у меня висла. Но они тут просто все в пух и прах рассыпаются. Ассаляму алейкум. Я бабих устроил. То есть это норма, да? То есть я даже возьму. Я даже возьму. Мне пофигу, что бы вы там не говорили, но я возьму. Как обычные игры с золотой монеткой. А чё так быстро они закончились? Странная фигня. Да в смысле, а где хотя бы одна секретка? Я чё-то перестал понимать, по-моему, в этой игре, не? О, я тебя возьму. You're my friend now. И босс у нас... здрасте. Да. Нормально идут. О, у меня каптерзы. Что ты мне дашь? Иди в задницу со своими мухами, а? Сунь своих мух все в С. Я бы тут даже посражался, но даже не знаю. Чё у нас? О, полет. Как давно я не находил конкретно вот эту шнягу. Я находил много полетов, но не этот. Скидку, тварь. Я сейчас обосрался, я лечу, а тут нате черепок вылазит. Опа. Опа. Проджект. Нужен ли мне проджект, да. Да в смысле, на кой мне раньше не тирс? Вы охренели там что ли все? Шизанулись. О, терзап дали, вот это хорошо. Так, главное, что призрак выжил. Это терзап тоже. Неплохо, неплохо. Тот кнокбэк неприятно. Сильно теряю, откидываю врагов. Итого, босс. Вот он неприятный босс довольно. Мне дали перделку зашипенно. О, я ж кучу этажей без урона прошу. У меня есть что-то на удачу? Вроде нет ничего, ну ладно. Так, вот у нас. Он опять дал мне мух. Он маленькая падла. Почему он не может дать мне нормальный арт? Он может дать арт, я это знаю, он мне уже однажды дал. Что-то он больше не хочет как-то. Что тут можно взять? Ну, замедляющий выстрел неплохо. Ты больше ничего брать, нечего вообще. Опа, я походу букворма нашел. А, нет, я нашел только две запчасти от него. Я не знаю, но скорее всего вот этот арт будет лучше. Потому что он вот зашел сюда, оп, а у меня вот эта вот фигурина, которая у меня есть, кстати. Золотая бритва. Ой, ну это да. Как бы у меня будет еще один ар. А мне РК можно, пожалуйста? А то просто я очень хочу еще один забег сыграть. Так, мне еще череп найти надо. Только, а, вот он. С
вспомни черепок, вот у кого, вот она мамка, у меня все провисло. Так, ну тут вообще без разницы, что брать, все равно возвращать нет. Радужный пирог возьму. Полетели. Этот урод опять не дал мух. Ну что такое? Тихо, тихо, тихо. Релакс. Что сейчас было? А, точно, радужный пирог, я забыл. Опять золотая монетка. Опа! Неплохо. Что у нас тут? А, Lost Fly. Возьму. А, френдзон. А если у меня все равно ни одной запчасти на мухе нет, зачем я это взял? Опа. Блин, как бы на стриме не было, когда я внешнее сердце взял случайно, так что я лучше вот этот возьму. Из-за этого я и всрал там мега и бог забег был. Это грустно очень было. Я из-за этого психанул и удалил стрим как раз. Что у нас? Опа, лучок. У меня модификаторов на бомб вроде никаких нету. Это обидно. Бомбы или паук? Паук он так, чисто, ну, иногда помогает, так что бомбы-то. То, что я буду домашний. У меня вот, короче, есть пироманьяк. А где он? У меня, короче, пироманьяк есть, так что это будет очень даже имбово со мной работать. То есть меня бьют, я начинаю все взрывать, то есть вот смотрите. Это еще меня и хилит. Меня бьют, я начинаю все взрывать, и я сам хиляюсь даже. То есть, короче, имба. Да, вот это вот бешено. Вообще прям. Что бам-бам! Да, у меня тиршот спит бешено. Ну что-то пока что попахивает имбой чуть-чуть так. Вот прям совсем чуть-чуть. О, со мной эти мелкий призрак. Все, это имбовые арты сейчас у меня будут. То есть изи арты. О! Мужик! Ты красавец. У меня там арт какой-то валяется. А, это скорее всего это золотая комната. Ну да, там моя вот эта вот фиговина, которая дает рандомный арт. Так, сейчас я сейчас попытаюсь найти супер ультра секретку. То есть так-то это просто ультра секрет. Мне что-то подсказывает то, что она вот тут. Я обосрался. Я еще давно так не ошибался. Кстати, душа Евы, я ее лучше уж возьму. Тихо, в призрака чуть не попали. Мой звездюк. Еще мух, спасибо, ладно. Что у нас тут за... О, пульт, спасибо. Я же захожу в комнату, а тут А там шахиды, чуть нас не взорвали, но потом в следующей комнате меня убили. То есть, мелкого моего гроба. О, Лил Чаб, а Биг Чаби. Это вообще отлично. Речь за меня, мелкий звездюк. Опять мухи, ну чел, ну мухи это хорошо, но дай ты мне, пожалуйста, арт. Еще один. Корона, это было вообще отлично сейчас. Корона светлого принца, если что. А не там другая, которую вы могли подумать. Бэби Плюм, вы серьезно просто так не взяли и засунули? Ну вы офигенно, конечно, додумались. А я тут вроде... Я тут в золотую комнату не ходил. Я походу понял, где она. Или я вообще не знаю, где она. Потому что иногда бывает тоже золотая комната просто не появляется. Да что такое? А, нет, вот она. Я его в дерьмо превратил. Это Conjoined? Нет, это не Conjoined. Это Conjoined. Зашибенно. Только пользы мне от него как-то я не вижу. Если бы у меня все летело в одну сторону, то тогда да, это было бы имбово.
типа тут иногда призраки появляются при убийстве. Вот, вот. Видите, вот это? Их, их вот так вот берешь и бабах и взрываешь. Не знаю, что будет полезнее. Так начал вообще бесполезно, он даст мне хрень какую-то. Так что уж вот это возьму, да. Так, что у нас в этой золотой комнате у нас тут? А я возьму. Я возьму. Это ведь имбово будет. Оно все в одну сторону почти. То есть, когда я стреляю вот так, оно все в одну сторону. О, у меня компьютер в ядерную боеголовку превращается, ребят. Он начинает громко грузить. Браубу, даже этого не поняв, зашибись. Так, и вот он, последний арт от малого, и уже дом. Что ты мне дашь? Ты мне дашь мух, тварь мелкая. Так, тут у нас ничего нужного. Так, тут у нас бомба. У меня ведь вообще бомб нет. Вот это вот, да, это полезно было. Если кто-то не понял, до сих пор я играю за Альт-Кипра, и поэтому мне не нужен чистый кусок ключа. Ой, ну чё, давайте попробуем, что ли, его грохнуть. Догма, здорово. Да в смысле? Эдмон! Сейчас он вылезет, как полетит в меня. У меня компьютер охреневает от происходящего. Монетка! Это вы знаете. Я все это время пытался достать чупа-чупс. Я это сделал. The Beast. Gang Beast. Он помер. У вас там 5 FPS, наверное, да? Не переживайте, у меня их 3 вообще. Но это имбово. Он прилетел, моментально помер. По крайней мере, его первая фаза. Вот сейчас вот он. Вот сейчас он помрет, когда зайдет в эту тучку. О чем я и говорю. Какая же это имба, а? Где я? Где я? Я чувствую себя как лень.
знаю почему, ну как ленит, да. Если ты вылезешь, это будет твоя ошибка, идиот! Не делай этого! Придурок. Яйцо сломал, по-моему. Ну чё, давай, что ты мне сделаешь? Это без урока. Ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping, and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights, and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry, pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so... Isaac and his parents lived in a small house on the top of a hill. Вот так вот. И что мне там за арт дают? А я знаю, что это. Его суть того, то, что это активный айтем, и он вызывает тебе... Кипера, еще одного. То есть это работает как душа Фарготена или Якова Исая. Вот он так работает. Сегодня, кстати, будет стрим, где мы попытаемся закрыть Кипера. Ну так, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.